Всем привет, друзья! С вами как Снорумзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И сегодня я думал, что же интересного для вас записать, и вспомнил, что я совсем забыл про силовую лигу! Вы представляете, друзья, режим, в котором на халяву даются иконки, скин, я просто про него забыл! Поэтому сегодня мы вместе с вами отправляемся в силовую лигу, конечно же, играть на Бастере! Посмотрим, насколько он здесь зайдет, и, конечно же, я иду за иконками. Конками и халявным скином. Ну а вы, друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчики. Мне интересно, сколько бы человек из вас хотел бы себе фуловый аккаунт, на котором 61 боец и полностью прокачан. Ребят, если вы хотели, ставьте лайки. А я пошел в соло-лигу, причем с рандомами. Посмотрим, насколько здесь зайдет Бастер. И мне вообще интересно, будут ли его банить, потому что он здесь сверхэмбовый, и у нас сразу горячая зона. Окей, горячая зона. Посмотрим, кого забанят. Оу, сразу можно брать. Я запрещаю сразу, конечно же, Эмс. Я думаю, что в 90% игр запрещают Эмс. Главное, что я, ребята, взял Бастера. Сейчас мы будем тащить каточку. Так, кого взяли? У нас, смотрите, у нас мега сильнейший Бастер. Кстати, ребят, если вы себе уже достали Бравл Пасс, ребят, серьезно, быстрее апайте, потому что Бастер это имба, и он не контрится. Я думаю, что его скоро пофиксят. Пока не пофиксили, ребят, будем врываться. Посмотрим, насколько хорошо сейчас за горячую зону зайдет против, я вам скажу, дальников. СТУ дальник, ребята. Все там дальники, причем там даже Брок. Я пошел сразу в кусты. Я пошел в кустики и выйду где-то ближе вон там. Сразу вот так. Сразу врываемся. Пошел урон. Пошел, накидываем. Ага, все, меня вот... Я боялся Гейла. Я очень сильно боялся Гейла, что меня будут постоянно отталкивать. Но ничего, ребят, у нас 7%. А, мы их вот эту штуку смели. Этого смели. Идет Брок. Давай, дружище. Давай, ты можешь пострелять меня по-братски? А ты можешь меня пострелять вообще, попытаться? Так, Брока мы снесли. Гейл с ультой. Блин, плохо, плохо, плохо. Замедление, замедление, отталкивание. Давай, дружище. Блин, я не достаю. Я просто... О-о-о-о-о-о-о-о-о. Добил, добил. Отлично, отлично. Так, теперь мы занимаем территорию. Занимаем территорию. Давай, давай, в ответочку. Кто будет стрелять? Давай, давай, гаси меня. На тебе в ответ тысячу. А понимаешь, они ничего не могут сделать. Пока у меня висит ульта, они ничего не могут сделать. Ну, Брок, конечно же, отъедет, ребят. Брок отъедет, это понятно, это понятно. Пока мы похилим, пока мы похилим. Так, давай, защита пошла. Защита пошла, давай, в ответ. Еще можно, еще можно по-братски меня. Блин, ульта все-таки проходит. Ульта Гила все-таки пробивает. Ну, ребята, она сквозная, поэтому смотря. Ну смотри, мы захватили уже 79%. Я здесь стою на фулочке. Мне главное сейчас себе что сделать? Мне главное подхилиться вот так вот и стоять дальше. 91%. Мне нужно нафармить ульту. Подожди, Пока. Немножечко, немножечко, немножечко. Братишка, братишка, давай. Все, заходим. Стреляйте, атакуйте. Да, 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 давай, 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 давай. 99%. Красиво, ребята, вы понимаете? Бастер просто имба в таких режимах. Вроде бы они дальники, вроде бы они должны побеждать, но мы стоим просто... Просто намертво, ребята. Не даем никому подойти. Сразу уходим в кусты. Бастер идет в кусты рядом с Макс. Давай, дружище, спасибо, спасибо, красавчик. Смотри, сразу отходим сюда. Сразу отходим сюда и делаем вот такую грязюку, да? Правильно? Вот, хорошо. Хилимся, хилимся. Пацаны, по 3000 хп отхил. Пойдет? Нравится? Нравится? Как он такой отхил? Пойдет? Мне нужна ульта. Мне нужна ульта, ребята. Все, 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 все. Так, я похилиться не могу, блин. Больно, больно, больно. Ребята, вы будете атаковать? Давай, давай. Атака пошла. Атака пошла. Давай, давай, СТУшечка. Давай, давай, давай. Поатакуй. Ладно, ладно, понял, 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 понял. Понял, ребята. Ну я выждал, сколько... Я просидел, сколько мог в ульте, ребят. Дольше я уже сидеть не мог, потому что она все-таки закрывает не со всех сторон, ребята. Много сторон закрывает, но не все, ребят. Так, давай, дружище. Давай мы тебя быстренько завасим. Завасим. Вот так. Все, у меня есть ульта. Ну, это ГГ. Это ГГ. С какой стороны идет? Так, СТУ у нас идет здесь. Там идет Брок. Так, пока все безопасно. Плюс-минус. СТУ пытается обойти. Давай, в ответ пошел. Пошел в ответ. А, СТУ, дружище, ты слишком близко подошел. Ты слишком... Давай, подкинь. Блин, я хотел всех... Нифига там себе Брок разультился. Брок просто минус 3 сделал ультой. Это было, кстати, не очень хорошо. Так, ребят, пошли. Пошли, ребят, идем, 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 идем. Просто на ульте заходим. Раз, два. Это мы снесли. Это хорошо. Вот эту штучечку нужно снести вместе с Броком. Так, давай. Пацаны, я пытался хилить. Так. Не достает атака. Так, давай, давай. Блин, мне нужна ульта.
Мне нужно, чтобы кто-то рядом стал. Так, дружище, хилимся. Хилимся. А, я пост! Я неправильно поставил. Но все равно, ребят, вы видали? Вы видали? О, у меня в команде Токсик, ребята. Конечно же, я звездный игрок. Конечно же, ребята, одиночная победа. Сразу я получаю уникальные награды игрока. Спасибо. Хорошо, кстати, я себе ее поставлю. Почему бы и нет? Почему бы нет? Мне на нра. Кстати, давай, где? А вот она, смотри, какая хорошая. А? Нравится, ребят, силовая лига? Блин, вообще просто по кайфу. Смотри, сразу плюс 2 победки. Давайте еще разочек заиграем. Я не знаю, сколько мы сегодня сделаем серии за это видео. Так, какая-то карта. О, броубол, полуоткрытая карта, но это будет жестко. Опять же, я сразу баню Эмс, потому что она будет вредничать. Эмс для меня это прям великая беда. Снарягу мы взяли, конечно, скорость бега. Так, кстати, напишите, какое снаряжение лучше для Бастера, вот как вы думаете. Так, посмотрим, что произойдет. Пацаны уже, а у нас Шелли АПК, да? Ладно, я понял. Так, извини, дружище. Извини, дружище, я отберу мячик. Я забираю. Так, давай. Опа, пошел. Меня убили. Шелли, ты можешь сломать там что-то? Пожалуйста. Не сейчас. Вот, сейчас, ультуй, отбирай мяч. Там можно было легко прям взять, ультануть, забрать мяч и забить гол. Прям реально можно было в Сэнди ульту запустить, и все хорошо было бы. Дружище, ну они нет, они так не делают. Они так реально не хотят делать. Вот здесь где-то Биби уже бегает. Ага, вот они идут. Но это гол. Это гол. Это однозначно гол. Ну. А что делал все это время? Тик. Ребята, а что делал Тик? Давай. Ну нет, не работает. Против Биби не работает, ребят. Против Биби. Шелли, конечно, у меня гениальная вообще. Просто гений на Шелли. Так, давай. Ну, а что вы делаете? А где ж хотя бы одну ульту дай по-братски? А, боже, что она делает? Она вообще что-то... Что делает Шелли? Шелли, да ультани, снеси! Я... Ага, Тик бросил бомбу, когда все это... Ага, но я не дефаю. Пацаны, я не дефаю. Задефал. Хорошо, бомба пошла. Шелли просто кусок вагона. Я не знаю, чем занимается Шелли, но это просто пипец. Так, этот человек будет пытаться забить. Давай. Да занеси мяч! Шелли, ну ультани, снеси кусты. Ну замедли его, там же ульта у тебя есть. Там она до сих пор ульту не дала. Что ты делаешь? Почему она бережет ульту? Я не понимаю. Я не... Так, ладно, дружище. Нет, мы тебя сносим. В любом случае, мы тебя сносим. Надеюсь, Шелли сейчас возьмет там мяч. Возьми, Шелли, по-братски, пожалуйста. Возьми. Так, раз, два. Хорошо, Шелли. Шелли, неси мяч. У него что там? Подожди, у него гаджет на что? Так, хорошо. Хорошо, Шелли, капец, вагон. Ну, кинь мяч. Выстрели под бросок. Дружище, мяч. Дай... Все, капец, я не знаю. Мы еле отыгрались, ребят. И она еще злую рожицу показывает, понимаешь? Она еще реально злую рожицу показывает. Так, а вы можете меня ударить? Так не надо. А потом нужно хилиться. По 3000 хп. Подожди. Ловите мяч. Но не. Я не знаю, как с этой Шелли играть, ребята, вы понимаете? Но... У меня даже нету в эмодзи сейчас дизлайка. Я бы с радостью ей поставил дизлайк, но это просто пипец. Ну как это можно? Она в меня стреляет! Показывает, что я что-то не так сделал. Ты серьезно? Вы понимаете, что она делает? Она показывает, что я что-то не так сделал. Капец там. Это пипец, ребят. Это пипец. Я словил мяч. Давай, и мы вынесем этого пацана. Все, отлично. Это пипец, Шелли в меня стреляет. Говорит, что я что-то не так делаю, вы понимаете? Это как называется? Смотри, что будет. Так, я забрал мяч и пошел. Все, пацаны, давай, до свидания. А мне по 100 хп. Иди в баню отсюда. Не-не-не. Так. Лови. О, боже мой. Понимаешь, это... Все, смотри, это идет, умирает. Не, ребят, так это не делается. Так не делается, мы должны вы... Я не знаю, как мы должны выиграть. Давай, Шелли, забей мяч, иди. Давай, ну забей.
Пни мяч и жми ульту! Пни мяч и жми ульту! О, боже мой. Она не знает, как забивается гол. Она не знает. Я зайду. Меня остановили. Это просто. У нас тик это вагон. Это тик и вагончик. Шелли вообще просто идет, он не знает. Делается ульта. И под ульту бросается мяч. Я не понимаю, это просто. Бросаешь мяч и в это время ультишь. Ты ж, мне кажется, любая Шелли в мире понимает, что нужно вот так именно сделать. Либо я что-то не понимаю, либо что? Что это происходит? Я в шоке. Я просто в таком шоке. Я поражен моими тиммейтами. Просто невероятный. Я не знаю, это что за кибербойцы. Пацаны, нужно килиться. Но я не могу ничего сделать. Я не могу сделать, Шелли. Ну вот ты с ультой сейчас и сдохнешь. Ребят, забейте. Нет, все, я не буду ничего делать. Она просто бегает с ультой. Она ее даже не нажимает. Мне интересно. Подожди, это какой ранг у них был? Подожди. Спасибо, уникальные акции, да. Подожди. Второе золото. Я понял. 24 тысячи кубка. Удали Бравл Старс, дружище. Просто удали нафиг гребаный свой Бравл Старс и никогда не заходи на Шелли. Хорошо, захват кристаллов. Так, я снова лидер команды, поэтому со мной будут у тех, у кого ранг пониже. Я понял, твою очередь запрещать. Ставьте лайк, если вы не любите вот таких, ребята, тиммейтов. Здорово, чуваки. Погнали. Все отлично сейчас будет. Сейчас выиграем, смотри. Каточка победная. Смотри, пошел. Минус один. Просто минус два сразу сделал. Все, пацан, до свидания. Там спайкуха пошел. Спайкуху вынесли, просто уже минус 3. Красота. Ставим лайки. Вот так, негодяйки. Так, смотри. Что у нас есть ультик. Пошли ультика, вот так вот сражается. Минус спайк. Отлично. Давай подпилимся, братиш. Все, давай. 4 баночки у нас есть. 4 гемочка есть. Но мы просто заняли. Вот Ти, конечно, будет обредничать, что-то подбрасывать. Но ничего страшного, ребят. Подберемся с Тиком. Так, пошел Пока, давай. Жалко, что эти минки Пока, минки Тика, конечно, не контрятся моим щитом, но ничего страшного, ребят, разберемся. 6 гемаськов есть, у врага сколько, напомните мне. Я забыл, что у него 0. Блин, вот, конечно, Пока больно. Мита что-то сделает, Мит по-братски выйдет, но вот не Пока. Хорошо, Пока почти вынесли. Ульта копится. Я стою со своими ребятами. Давайте, пошли по-братски, давай, вот так вот просто при этом. Пацаны, больно? Мне кажется, больно. Это я снесу. Я не успел подхилить его. 110 банок есть, можно уходить. До свидания. А кто зайдет? Пока? Давай, Пока. Ну, дружище, ну так не делается. Ребят, дайте ульту подкопить. Дайте по-братски ульту подкопить. Нормально, мы сейчас все сделаем, все хорошо. Этого вынесли. Братиш, я тебя спасу, все отлично. Все хорошо, не переживайте, с вами Бастер. Я звездный игрок, 100%, ребята. Вы видели профессионал в действии? Но, главное, что в этой катке не было вот той Шелли, которая была в прошлом раунде. Потому что если бы была Шелли, мы бы проиграли. Шелли нет, поэтому все отлично, ребята, идем по красавчику. Все, я собираю гемы. Возможно, не стоило мне их собирать. Сразу врываемся. Минус пик, минус Пока. Давай, минус Пока, мы еще снесли Пока. Все, ребят, все хорошо, все отлично, центр занят, я пойду, Карлушу поможешь вам, ребят, Карлушка, где он тут бегает, где Карлуша, или Карлушу снесли, вы Карлушу снесли, сорян, я просто не заметил, что Карлуша уже снесен, а можешь меня поатаковать, давай, чисто вот так, да, бам, почти снес, ну больно, вот это я согласен, вот сейчас, кстати, нехорошо, а я не умру, Это что, думал, я просто так могу умереть? Не. Ребят, давайте по 3 хп быстренько отхилим себе. Там Тик просто забросал какашками весь центр, ребят. Так не делается, ребят. Все нормально. Так, мне нужно, думаю, надо быстренько сейчас со спуком разобраться. Давай. Меня сейчас убьют. Фил хорошо сработал. Так. Блин, вот это прилетело. Вот это. Я не туда ульт поставил, ребят. Надо было сбоку. Там немножко спук меня поджестил. Так, у Карлуши нашего 8, да? Все нормально. Так, все идем. Нехорошо, ребят. Нормально, все. Минус этот. Все, пошел. Это была автоатака, ребят. Это была проблема автоатаки. Ну ничего, ребят, нормально. Ну спайк у них, конечно, модный. У них прям мощный спайк. Пытается что-то там душить. У меня гаджета, правда, нет. Ну ничего, все нормально. Сейчас разберемся. А наш, надеюсь, тема не отдаст. Не, дружище. Давай.
Давай, нормально, я там отдефал немножко, все красиво, победа! А еще и дизлайк нам поставил, тикушечка. О, тикушечка, тикушечка, чтоб ты это. Эпическая победа, ребят. Просто эпическая победа, победи. О, я еще и на халяву спрейчик получил, ребята. Лайк за спрей, лайк за каточки. Кстати, не забывайте, новый спрей. Не-не-не, спасибо, покупать не собираюсь. Ребят, не забывайте магазинчики делать вот такую красивую штуку. Заходите, вводите код автора Робзи, ставите лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До встречи в следующей серии, всем удачи, покедова.